Второе число второго месяца по лунному календарю. Любители традиционного образа жизни китайцы в этот день намеренно уделяют внимание своим волосам, тем самым знаменуя начало жизни в новом году. Как говорят в простонародье, весенний праздник дракона, если дракон не поднимает голову, не будет и дождей. Китайцы считают, что если в этот день человек подстрижет волосы, то ему будет сопутствовать удача. Поэтому ежегодно второе число второго месяца по лунному календарю – самый хлопотливый день в китайских парикмахерских. Парикмахерская Сэйлянь в Пекине находится на оживленной торговой улице Ван Фудзи. Среди многочисленных государственных парикмахерских именно Сэйлянь по-прежнему пользуется превосходной репутацией. Обычно рабочий день здесь начинается в 9 часов утра, но сегодня весенний праздник дракона Лун Тайтхоу, и уже в 7:30 утра первые клиенты пришли сюда постричься. Несколько десятков парикмахеров даже пришли на работу к 7 утра. На втором этаже парикмахерской сидит пришедшая ранним утром на стрижку госпожа Уцин, дочь писательницы Бинсинь и профессор Пекинского университета иностранных языков. Обслуживает ее 76-летний мастер У Юнглян. Впервые Уцин пришла в парикмахерскую Сэйлянь в 1978 году. С тех пор и вплоть до сегодняшнего дня за ее волосами неизменно ухаживает мастер У Юнглян.他的这个手艺，他是经过多年来仔细研究的，就是他每一个环节都做得好，因为每一个人的头发其实都不一样，有地儿薄有地儿厚，而且像我的头发吧，不仅长得低，有的地儿还倒着长。现在社会的生活，人民的生活都提高了，解放这么多年，现在改革开放也这么多年了，他的要求不是那个时候，剪剪短。 就是说，有的一般的剪高一短的，搞个卫生就行了，不是那概念，需要发型，来弥补他的，就是说岁数大一点年轻化一点，年轻的呢需要时尚一点。那你妈妈跟你光大没理发，跟头发完全不一样。 关键心情不一样，心情不一样。他是根据这个人的头发，找谁给你卷，比如说头发硬的，他就找一个卷小卷的人给你卷，卷完了以后，然后他再放，弄完了以后，他再给你绞。所以我觉得他都是因人而异。啊，我想做任何的事情都应该这个，因为你对面对的是人，不是个机器。理发这个又。 技术还在加艺术，这艺术呢，那刚才老夫人说，那个雕塑，实际你脸部架的，头发上的是一个，它要靠我手上的东西。是，它这等于是一种软雕塑嘛？嗯。我觉得他在北京市，他有这么多的，我们过去你看年轻人追星，我们就追的是吴师傅。 У Юнглян – первоклассный мастер в женском зале салона «Сэйлянь». Он – профессионал в завивках и стрижках, но его козырь – сушка волос с помощью фена и круглой расчески. Причем одновременно он может использовать сразу несколько таких расчесок. После его сушки волосы объемные, наполненные жизненным блеском, послушные, упругие. Они кажутся естественными и живыми. На профессиональном жаргоне это называется «ровным развеиванием». Чтобы овладеть всеми этими навыками, У Юнгляну потребовалось немало лет. И если основы мастерства непрочные, то только что высушенные и уложенные волосы при выходе на улицу могут тут же растрепаться. У Юнглян работает в парикмахерской Сэйлянь уже 57 лет. И ровно 57 лет эта парикмахерская существует в Пекине. Что касается старого поколения пекинцев, Сэйлянь для них – это не просто парикмахерская. Когда-то практически все самые модные стрижки в Китае были продуктом Сэйлянь.
Это место было флюгером моды и образцом отрасли. С 50-х до середины 80-х годов прошлого века Сылянь считалась самой престижной парикмахерской в Пекине. Ее постоянными клиентами были киноактеры, ведущие на телевидении, правительственные чиновники, дипломаты. Когда-то стрижка здесь символизировала благородство китайского стиля и высокое качество жизни, к которому в те времена стремились пекинцы. И даже сегодня, когда в Пекине открылось множество частных парикмахерских, многие пекинцы по-прежнему приходят в Сылянь сделать прическу, потому что здесь хранятся их воспоминания о прошлом. Это место для них – бренд эпохи.这个比赛三的时候，一来是好几位，一共是八位顾客，也四位是82岁的。我说你们经理聚会来了，那我也82了，哎呦，我也这么多了。我说去道号开会了，那他就来了以后就说，有都谈就老顾客就说，叙叙旧，哎呦，我这无所的多少年，看到无数年轻的小伙子的。这都几十年了，吓我一跳。你谈多少年了？ 是啊，我还是小姑娘，18-9时候来的。Найти подходящего парикмахера можно случайно, но когда его нашли, постоянные клиенты привязываются к этому месту. За десятки лет волосы у поклонниц мастера У Юньяна из черных превращаются в серебристые. Их цветущая молодость сменяется средним возрастом и затем старостью. Но приходить к мастеру У в парикмахерскую Сылянь уже стало для этих женщин неотъемлемой частью жизни. Между ними и У Юньяном не просто отношение парикмахер-клиент. Скорее, их приход в парикмахерскую напоминает встречу давних друзей. Они болтают, вспоминают прошлое, обмениваются информацией. В эпоху, когда такие межчеловеческие отношения становятся все более чуждыми, подобные встречи наполнены неподдельным гуманным интересом. Этого молодого человека зовут Гуань Джи Сэнь. Ему 30 лет, он работает парикмахером в городе Шэньчжэнь. Месяц назад он закрыл собственный салон и начал путешествовать по стране и учиться. В своей отрасли Гуань Джи Сэнь отнюдь не новичок. Первые шаги в ней он сделал еще в 15 лет, но только совсем недавно он столкнулся с проблемой повышения квалификации. 在我的这个美发生涯中，有能遇到瓶颈了，有能之前自己的一个社交圈子或者对美发的，包括历史、包括技术、包括经营和这个对时尚的一些理解的一些元素和这种资源还是比较少，我想扩宽一下自己的圈子和自己的一些见识吧。 Отец Гуань Джи Сэня тоже парикмахер. Всю свою жизнь этот честный ремесленник прожил в родном Шэньчжэне. Будучи представителем молодого поколения парикмахеров, Гуань Джи Сэнь осознал, что выдающееся мастерство – это далеко не все, что нужно, чтобы быть отличным парикмахером. Понимание моды, высокая мораль личности, а также установление негласных отношений на эмоциональном уровне с клиентами – это та высокая планка, к которой должен стремиться парикмахер. На самом деле, к ней же стремится и мастер У Юньлян на протяжении более 50 лет работы в салоне Сылянь. Получил顾客的信任，那顾客就会的源源的不断飞到涌入你这来。 用力多了怎么办呢？你做不了怎么办呢？有时候往往呢也是急躁的，也有啊。就说他你不要了，我实在做不了了，顾客呢还非要你做，那有时候火气大一点。到现在顾客说：“哎呀，他吴总，你现在态度也脾气也好，什么都没的话了。”我说：“那是年轻，火气旺，跟现在完全不一样。”每次都是比较忙，精神了。 还有人化妆了，特精神。这一看，这主要还是您的手艺好。我手艺怎么样？也还，谢谢。好，好，好，谢谢。再见，再见，再见，再见。好。
Парикмахерская Сэйлянь была основана в Пекине, но У Юнлян и другие первые мастера парикмахерской сами родом из Шанхая. В 50-х годах прошлого века в Пекине шла масштабная стройка, повлекшая за собой стремительное развитие традиционной сферы услуг. В 1956 году под личным руководством премьера Чжоу Энлая в столицу был перемещен ряд старейших торговых предприятий Шанхая. Среди них были четыре парикмахерских – Хуа Синь, Левкой, Юньшан и Сянми. В то время индустрия парикмахерских в Пекине была сравнительно консервативной. Хотя завивка и была, но в основном это были крупные локоны и мелкие кудри. А в парикмахерской Сэйлянь шанхайские мастера делали модные стрижки с красивыми волнами. В миг Сэйлянь устремились все столичные красавицы. 八个小时，反正八小时，你比别小时闲的人也多，因为我也没有那时候我也年轻，19岁，19岁到了有20多岁，他看你小伙，我19岁十几看你了，不像19岁，像20多岁，个子高，那是男孩子嘛，就这样嘛，那是老顾客呢，那可能年轻那么上大学的呀，有的比较讲究的呀，都找我来找我，那倒是小伙子嘛，那这也瘦，也是像不拿像不像现在老头了那样，那是小伙子，年轻的找我。 就现在，你像我现在，现在70几，76岁了，现在就工作了，现在你看你早上没来，那80岁的，我给他我理了50多年了，现在还理呢，那就说了，那时候你的架子大呀，不过我说实在是做不过来，太多了，年轻多的我做不了那么多啊，对吧？那还是说也还是做好，还是时尚。 50-е годы 20 века стрижка в Пекине стоила 4 мао. Но в парикмахерской Сэйлянь за стрижку брали 2 раза дороже. Несмотря на солидные цены, в Сэйлянь всегда был наплыв посетителей. Многие годы, всякий раз в преддверии Нового года, когда наступал декабрь по лунному календарю, У Юнлян не мог спокойно спать ночами. В самые занятые дни он за день делал более 130 стрижек и 40 завивок. Тогда он зарабатывал более 100 юаней, что по тем временам было далеко не малой суммой. Однако дороговизна услуг Сэйлянь и впрямь была обоснована. Раньше в Пекине парикмахерские услуги в основном предназначались для мужчин, но Шанхай тогда уже отличался модными веяниями. Там люди быстрее принимали все новое. Например, там делали модные прически, предлагали качественные услуги. После того, как в Пекин переместили парикмахерскую Сэйлянь, мастера из Шанхая тут же привнесли в пекинскую индустрию красоты ветер перемен. 我这人呢，理发，我讲大实话来讲，因为本身是没有文化，这农村没怎么上学，就师傅去学生看了几天，就到是这种的，没有文化，到了北京以后，当然是理发这个地位啊，确实提高了，啊，我们也拿工资了，工资也拿六七的七八的都拿工资了，当然也拿七八十块钱工程师的级别了，也是拿的吧。 1956 году индустрия парикмахерского дела была национализирована. Частные парикмахерские тогда закрылись, и все парикмахеры стали официальными работниками государственных предприятий. Профессия парикмахера стала считаться престижной, хотя раньше она принадлежала к числу низких работ. В прежние времена занимались стрижками в основном люди из бедных семей.最起码的，我学徒是3年，3年当中呢干杂活也干了将近1年半。那到了那个一年，那通过学习怎么学呢？那过去你顾客来说，不可能让你说花钱的让你做实验，那绝对不可能。那时候学徒，那跟老照现在似的，还跟这学生还得主动的教我的，他都还不愿学。那时候你学的跟师傅学点东西。 可得得我引了件儿，没引了件儿不行。你不我那时候学徒当站着，这一天你没有客人也得站着，靠墙根儿的你得站着，俩眼真是这个眼观六路，耳听八方。我们呢就通过我们有个师兄弟也一块呢，没事了呢，到晚上7点下班，7点关门，上个7点就关门了。完了以后呢，我们就到那个卖水果摊的，卖比如说卖羊汤面的呀，所有的小吃锅贴的呀，哎。 出去呢，给人家理发，就是不要钱嘛，给人家剪剪头啊，给人家卷卷头啊，这样的慢慢练。
Парикмахеры старшего поколения говорят, чтобы научиться стричь волосы, нужно было проходить в учениках 3 года. Парикмахеры, как и многие другие ремесленники, должны уметь сосредоточиться и быть спокойными. Высокопоставленные лица и простой народ, старые и молодые, повязывая им пеньюар, воспринимаешь их как обычных клиентов. Держаться нужно с достоинством, без высокомерия и заискивания. Во всем нужно соблюдать последовательность. Ни в коем случае нельзя паниковать, если перед тобой уважаемый человек, или работать спустя рукава, если твой клиент бедняк. Как говорится, даже к ничтожной работе нужно подходить с мастерством.我刚开始呢，拿着刀的时候啊，不懂那是个什么刀的什么用腕的呀，还不懂。我看人不就你的，你刮的还挺好的吧，挺熟练的。后来我在我那哥哥说的，你跟他刮一刮，那大胡子那钢铁棒，我手里捏的那，反正就是那个，就工具制的那，别挂，没关系，大胡子。我这一刀下去，人蹦着5、6个口子，这不吓得我就，哎呦，真不简单。那我哥哥说是让你看看到底简单不简单，我说不简单。最后呢，还是让我让你再从基本学练腕子、练手腕子、练掌功。 Парикмахерское искусство в Китае оформилось в профессию всего чуть более 300 лет назад. Однако в истории Китая есть довольно много историй, связанных с волосами. Вероятно, самая известная из них произошла в период Троецарства. Это история о том, как китайский полководец Цао Цао обрезал волосы в знак наказания. В записях о трех царствах говорится, что однажды Цао Цао возглавлял военный поход, и по дороге его лошадь спугнула стая птиц, из-за чего лошадь поскакала по пшеничному полю. А до этого был издан военный приказ, согласно которому вытаптывание пшеничных полей каралось смертью. И когда Цао Цао уже приготовился совершать самоубийство, советники отговорили его и разнесли по всем армиям весть о том, что за вытаптывание полей пшеницы Цао Цао нужно было бы обезглавить, но вместо этого ему волосы обрезали. Джан Йован учился парикмахерскому искусству в 1953 году. К тому времени прошло уже более 1700 лет, как случилась история с обрезанием волос полководца Цао Цао. Но отношение китайцев к волосам по-прежнему оставалось весьма осторожным. До 1644 года представители китайской народности Хань не могли по собственному желанию подстригать волосы. 在政治变革也好，在经济变化改革上也好，都是从头开始。В этот раз Пекин стал последней остановкой для Гуань Джисэня во время его учебного отпуска продолжительностью месяц. Этот период путешествия и изучения ремесла оказал влияние на его мнение о своей профессии. От глубокой древности, когда волосы обрезали по приказу, до наших дней, когда прическа стала своего рода флюгером моды, исторические перемены парикмахерского ремесла поистине глубоко тронули Гуань Джисэня. По сравнению со старым поколением парикмахеров, современной молодежи приходится сталкиваться с жесткой профессиональной конкуренцией.走完这一圈以后呢，更加的得到的东西跟我之前可以说是不一样的，热爱、纯粹、专注，更加的专，更加的热爱，而不是说为了赚钱而去把这个事业去想去盲目的扩张，而是令对美发更深层的一些理解啊。 Вскоре после того, как в 1956 году открылась парикмахерская Силянь, в нее пришла супруга знаменитого артиста пекинской оперы Мэй Лайнфана Фу Джифан. Молодому и подающему надежду мастеру У Юньляну она доверяла больше других. Когда Мэй Лайнфан умер, вдова Фу Джифан не хотела никуда выходить и просила У Юньяна постригать ей волосы на дому.
Так продолжалось около 5 лет. Но однажды У Юньлян уже не смог делать стрижки Фуджифан, поскольку парикмахерская Силянь закрыла женский зал.没有了，进这糊上了，那，就是什么你美什么呀，臭字在念去，腚子净的也这也封上了，保值都也写上了，那个殿堂机也这也撤了，吹风机全也收起来了，就一律什么东西都没有了，都不让用了，就是女同志留她长辫子都不行，但是我脚了一段时间呢，我后来我一，那就不要我们脚了，因为我们记得无用了，怎么样，那个下头还有助理啊，洗头的呀，他们去脚了。 我们做难活了，给他做难活，难活比较难一点，你不会退不起啊。В конце 1976 года У Юньляна известили о том, чтобы он готовился к работе в женском зале. 10 лет он не делал завивку, и ему стало тревожно. По словам управляющего, работники литературы и искусства начали развивать международные связи, и им необходимо был имидж. Согласно рекомендательному письму, можно было делать завивку, но не допускались волны. Можно лишь было слегка завить волосы и заплести их. Этот незначительный случай доставил У Юньляну немало хлопот. Его первой клиенткой стала киноактриса Тень Хуа. Она должна была поехать в Японию. Всего же по одному рекомендательному письму к нему пришли 4 женщины. Чтобы сделать себе завивку, они пользовались своими знакомствами, чтобы попасть в парикмахерскую.79年、79后一直到改革开放，这段时间呢，烫的头基本上都是一样的。但那时候都是流水作业，我这剪法式的，单用剪法式，我卷盖的要卷盖的，哎，最后吹风的，吹风完后都是什么呢？盘卷、盘手卷、盘手卷、空心卷，刚才看那个四个空心卷盘手卷，最后都刷成破烂，全是破烂。后来我们那时候说，后都跟他多拍一个土鳖似的，从后边看。 你娘俩去走道，分不出来谁是母女，分不出来是谁，都是一样一个模式，就是这样的。 После 1978 года, с тех пор, как началось осуществление политики реформы открытости, женские прически стали более разнообразными. Скучные устаревшие стрижки уже не могли удовлетворить потребности женщин в красоте. В моду вновь вошла завивка, день ото дня популярными становились взлохмаченные волосы, длинные волны, а также подкрученные челки. Также в то время стали модными длинные прямые волосы до плеч. Такую прическу особенно любили молодые девушки. Вместе с завивкой и различными прическами стали появляться заколки, банданы, лосьоны, масла и другие предметы для волос.染色，头发染颜色是什么时候开始？从八几、八四年、八五年时间，在上海，我上海去。 去南京理发店去看这个参观这个染发的，哎，染发完后，他前面那份染就染一撮前面，染一个棕色的，棕紫红色的，哎，然后中午出去上大街，上南京路上一走哈，这人出怎么头都出色了，大街围着好多人，就跟着追着看，说头出色了，就说没有啊，那时候东西。 По мере развития красоты в Китае стали появляться частные парикмахерские. Такие салоны за счет понимания моды и стремления к ней привлекают к себе много молодежи. Будь то планшетный компьютер или ноутбук для посетителей, бесплатные напитки или какой-либо другой сервис, новое поколение внесло в парикмахерское искусство совершенно новые понятия. Если это低端的, 可能他有了技术就可以了，那稍微高端一点呢，技术和服务都得要；那再高端一点呢，技术服务环境都得要；那还高端一点呢，就是技术服务环境，还有刚才我们讲到的和顾客之间的共鸣都得要。你要想要的带孩子，我可以给这个时尚的扎扎呼呼，那那个我可以变得更完整一点，那也他也很好，也愿意。啊，所以说现在年轻人，哎，波波头啊。 那好看不了，那波波头我几十年前就剪了，我什么波波头，就是蘑菇头的。
所以头发挡到这地方呢。Мы живем в эпоху многообразия. У разных людей разные вкусы. И модные салоны сегодня удовлетворяют требования молодежи. Однако в традиционных государственных парикмахерских, таких как Сылянь, с момента ее основания на улице Ванфудин, от атмосферы до сервиса не изменилось ничего. Здесь предпочитаю, чтобы клиенты уходили из-за нежелания ждать, а не из-за недовольства услугами. Именно в этом заключается причина, по которой многие клиенты доверяют Сылянь.年轻的一个到法郎剪头发去，他那是好，那是手的动作，那个动作，其实那个都花架的，是吧？当然年轻需要那一套的。你像那刚才的小姐头发，啊，其实我跟他说，我给你别找我理了，你这个年轻的，应该上到那个法郎还是啥，其他找你，他不去。那您干嘛叫他小姐头啊？年轻了，一般的我不做。一般的您就不做，他有的没办法，就是盯上您了。那他就盯到你没办法了。В этом году у Юнляну 76 лет. Здоровье у него еще можно назвать крепким, несмотря на солидный возраст. Стрижет он не так быстро, как в молодости, но он по-прежнему самый квалифицированный мастер парикмахерской Сылянь. К счастью, у Юнляна оказался на государственном предприятии, где еще отчасти сохраняются традиционные отношения мастера и учеников. Многие парикмахеры в Сылянь учились у него мастерству. Однако стричь волосы – это такое ремесло, которое требует все запоминать на собственном опыте. В нем никакую роль не играют ни записи, ни рисунки, ни иллюстрации. Чтобы унаследовать это ремесло, нужны навыки. А чтобы получить навыки, нужно потратить время. Но не просто ходить в школу, а следовать за мастером, дышать с ним одним воздухом и учиться всему в процессе. Качество стрижки не меряется какими-либо цифрами, его оценивают руками. Хотя в традиционных взаимоотношениях наставника и ученика есть неудовлетворительные моменты, но даже такой способ передачи ремесла последующим поколениям вскоре исчезнет из истории, прямо на глазах людей.